Твои 2-3 сникерса в калориях, это как одна хорошая порция обеда, это к твоим словам про похудение. Бля, ты 30 раз отожмись, потом говори про похудение. Ничего ж. 30 раз отожмись, потом посмотрим. Блядь, ты можешь ходить? Нет, чел. Мне еще сегодня, блядь, легенду брать. За сегодняшний ранг точно 5-й ранг возьму. Если не возьму, то иду нахуй. Вот. Я знаю, что самые сладкие калорийные продукты это сладкие. Ну, точнее, самые калорийные продукты и сладкие. Я знаю. Что знаю. Ну, что делать, если, блядь, хочется? Ну, что? Слюнка будут ставить или нет? Ну, глайдер, наверное, оставлю. 31 уже свобода. Без разминки, скорее всего, не смогу. Это точно. А так я говорю, я летом по 40 делал. Ну, для меня это много, если что. Для моего веса, блядь, и образа жизни это очень много было. Ну, когда в Эмираты ездили, или когда мы с братазом, короче, куда-то ездили, он занимался на пляже, и, короче, я с ним занимался, и там за неделю до 40 дошел. Вот. Ну, так вот. Воскрешение нужно. Говно, блядь. Отлично. Это против Silence, если что. Нечем скрывать рин. Не знаю, хочу сразу рин поставить. Он сало кинет, то у меня есть козявкус на всякий случай. Да, у меня вердров будет, но, по крайней мере, он консинит быстрее. Здорово, Серок, неплохо. Да что, блин, что я отжимаюсь больше вас? За что? Мужики, за что? Вот. Если бы ты и Карим же пустили гора, и отвязали ему и на, и будете. Больные люди, блядь. Больные люди, что не сделаешь? Читаю чат и перестает хотеться читать чат. Где их искать, мы в твое воображение не можем заглянуть. Не, на самом деле физкультурой надо заниматься. На пальцах это уже какие-то извороты, блядь, зачем? Зачем, блядь, отжиматься на пальцах, если можно отжиматься просто нормально? Физкультура нужна, понимаете, физкультура. Для поддержки здорового образа жизни нужно заниматься физкультурой. Профессиональный спорт как раз-таки вот он вредит. Вот. Тут золотые карты вольного. Да, блядь, Рено и Сильвана у меня не распылены были на Европе, потому что это такие самые знаменитые карты. Я их не пылил специально. И Рагнарос мне тоже. Любого профессионального спортсмена спросите, не щаты главное. Вот. Кто расскажет все. Там играют NRH Грома. Ну, можно оберег вообще кинуть, но очевидно, что это Рано. Сюда Рано. Видел, как Синет теперь на английском стримит. Ну что, я кидаю Мазарь, он консидит, блядь, чел, ты заебал уже. Ну, что ты играешь? Ну, зачем ты играешь, блядь? Говно, блядь. Так интересно, у него замешалки есть в руке? Если есть, то мне еще прикольно. Ну, пирату жалко, ну ладно. Да здоровье не позволило. Совсем. У меня супер слабое здоровье. Во всех смыслах. Вот. Бля, ну консини заебал. Сходил к Индру за деку, он сказал, что у тебя забыл после вечера. Эй, блядь. Эй. Эй. Так классно вольный смотреть без рофлов. Ну, я думаю, что пару дней играть тоже в него интересно. Потом меня заебет, я уйду отсюда. Как только меня заебет, я уйду отсюда. Неважно на каком ранге и неважно из-за чего. Просто если мне надоест играть против какого-нибудь. Короче, просто пока на лоу ранга, когда играешь, то челы играют с разноразными деками. То, что чел сказал про тир-1 деки, это правда отчасти. Потому что... Как только попадешь, блядь, ближе к легенде, там челы будут глинить на какую-нибудь агрохуйне и все, и сразу надоест. Вот как только до этого дойдем, сразу надоест ливну. Левандопну, офну, блядь, сразу офну, блядь. Ну, два выжило, конечно. У меня реально предположение, что там Ктун, мужики. Вот, блядь, верите или не верите? Вот верите или не верите, там Ктун. А вот еще. Сюда, Ктун. Говно, блядь. Ну, ладно. Ок. Он еще играет, понимаете, он еще играет. Он пытается, он старается, он красава.
Бег вокруг стола. Смешные мужики. Смешные. Если заниматься бегом, то нет смысла заниматься боевым искусством. Ну, короче, сначала типа туда хотел, а потом уже бег. Ну, я говорю, я не занимался профессионально, с братом ездил на тренировки. На стадионы там просто что-то бегал. Я помню, я вам рассказывал историю, как я, короче, у нас центральный стадион есть. Я не знаю, это лет, наверное, ну, лет 12-11 назад было точно. Короче, он, пока он занимался, там... Сейчас донат пройдет, покажу. По-моему, рассказывал. Ну, кстати, да, реально, удалите сообщение, чтобы проблем не было. Вот. Ну, так вот, короче, с этой историей... Нам... Ну, можешь континуть? Заебал. О, сюда. Самое что интересное, что я был в резиновых шлепках. И по итогу, когда добрался до конца, я ногой наступил на этот гвоздь, который почти пробил мне ногу насквозь. И самое что интересное в этом, что я боли не почувствовал. Я, короче, подхожу к батискафу. И он смотрит вниз, думает, а что там кровь? У меня кровяные следы были, а я боли не чувствовал. Потом он посмотрел, я снял ботинок, а у меня там дырка была, блядь, дырка, из которой кровь шла, типа, то, что я пробил ногу гвоздем. В итоге я сразу заплакал, и он меня повез в больницу. Мне тогда этот что-то там, блядь, делали, короче, не помню, не укол, а... Ну, короче, дезинфицировали, чтобы никаких болячек не было и все такое. Вот, ну это пиздец страшно было. И самое, я не понимаю, почему у меня боли не было, какой-то шок, может быть, хрен его знает. Я просто наступил, пробил ногу, и боли не было. Это вообще нонсенс, блядь. Смотрите, мужики, просто посмотрите на это. Видите или нет? Смотрите, это одна из трех табличек, я в группе постил вот три таблички, которые, короче, за 5 лет Харстона рейтинг. Стандарт формат с 2014 года по... А, нет, то есть 2018-2012. Это, короче, ну вот, за 5 лет. Каким образом, вот это возможно? Я не представляю. Я, конечно, понимаю, блядь, что там число 12, заебись, там круто, но... Мое, блядь, из IQ, но почему, блядь, везде оно преследует? Это... Вы просто вдумайтесь, оно, блядь, везде, где только можно, прокает 12. Просто везде, блядь. Ну, к слову... Так, чисто ЧСВ еще поднять. Как может это вообще возможно? Просто вдумайтесь. Пиздец, я не могу ближе сделать или могу? А, вот. Видно, нет? Просто посмотрите, блядь. Просто посмотрите на это. Просто, блядь, посмотрите на 12. Это ж... Причем, смотрите вот сюда, самое что главное. Здесь 69, здесь 67 и здесь 68. Типа, поняли суть? Здесь разница на 20, здесь разница на 60. Но здесь разница в один поинт, и здесь 12. Просто подумайте. А это все из-за того, что слишком сильные карты... При 15 хп боишься умереть, хотя это 50 хп, а это ж 50 очень много, на самом деле при 30 убивают. Не понял сообщение, ну ладно. Сколько раз панчес придет, сейчас узнаем. Вот, сейчас узнаем, вот. Не знаю, насколько это жадно или нет, но скорее всего с такой рукой есть смысл сделать две единички, потом Kingsbane. Сюда, блять. Фуривар на... Третий ход. Нормально. Бить пока не буду, там фаертрапа, скорее всего. Блять. Можно было умиран кинуть, снова надеть, и в итоге пушка была бы сильнее намного. Есть ли в этом смысл вообще? Ну, нету. Можно реально умиран в панчеса кинуть, блять, сделать и весь рейд в лицо, и сделать пушку новую, потом пушку на 5. Есть ли в этом смысл вообще? Есть ли в этом смысл? Алекс, что думаешь, есть ли смысл умиран делать в 1-1, надевать пушку ради атаки и делать весь рейд лицо? Что думаешь? Что думаешь, Алекс? Алекс ММАС. Теперь, блядь, из этого вука, теперь кто быстрее кого убьет? Хуёво. На самом деле, предполагаю, что он меня быстрее убьет. Предполагаю, что он меня быстрее убьет. С учетом фаертрапа, блядь, и вука. Вук это 6 урона, 2 обилки это 10. Ну ладно. У меня умиранки есть, поэтому не страшно. Если что, на следующий ход можно сделать удар в лицо, мир вообще, весь рейд какой-то. Не знаю, мне просто главное, чтобы меня не убил за 2 хода. Ты через просто или видюху стримишь? Начинал через что стримить?
Я не помню, с чего начинал, но сейчас через видюху вроде. Хочу ли я играть от того, что там будет команда? Хорошо, вопрос. Я вообще бы какой-то элемент сделал бы, попробовал бы препа найти. Но там больше, блядь, смысла. Не знаю, какой-то реальный элемент на преп надо находить сейчас, потому что это самый лучший ход. Могу ошибаться, но let's go, блядь. Попробуем. Сюда, блядь! Сюда, говно! Сюда, говно. Чума. Может быть, надо бумеран было отдавать, но у меня и так летал есть на следующий ход. Сюда, вуд. Дека, конечно, очень интересная, ничего не скажешь. Прям, блядь, просто такая интересная. Прям хочется на ней играть. Пойду за сосиской.